Ух ты ж, блин. Так. Нашел проблему на свою голову, называется. Подождите, но я все ключи израсходовал, так? Че, я где-то что-то пропустил? Здравствуй, жопа, Новый год. И где и что я пропустил? Вот те раз. Выясняется, что тут наверху все это время был телепорт, который я благополучно прозевал. В котором нужен ключ. Да, офигенное ощущение. Так и хочется прыгнуть. Но не мне. Ключа у меня нет. Ключа у меня... Блин, дурацкий телепорт. У меня нет ключа, ребят. От слова совсем. Могу ли я купить ключ в магазине? Скорее всего, нет. И вот выясняется, что я ухитрился пропустить одно из хранилищ. Тут наверняка опять золотые слаймы или что-то полезное. А? Минуточку. Здесь? У меня? Нет. Почему здесь играет? Почему эти все время недокормленные, блин? Чуть понять не могу. Почему старые курицы? Мясо? Ты что делаешь? Так. И вот так вот выясняется неприятная вещь. Вопрос. Могу ли я из имеющихся, допустим, у меня слаймов, Горда, Ларга и так далее, выковырить недостающий мне ключик? Здесь ничего нет, здесь все куплено. Слаймовый ключ распродано. То есть что, я где-то еще один ключ ухитрился прозевать? Етить. Выясняется. Минуту. Сейчас будем разбираться. О, сколько, блин, открытий чудных. Йоко Лемоне. Представляете, я реально забыл про него. Я сейчас зашел в Steam Community. О, фиолетовая лампа, спасибо. Поискал, поискал. И реально, понимаете, я его находил. Но я забыл, что он существует. Ну, то есть, я просто про него забыл. Вот он, еще на карте. На всякий случай. Если кому надо будет. Мало ли. Ну, хотя там на Ютубе есть видюшки. Как сказать, вот где это находится. То есть это карта без предупреждения, высший шрифт. Ну да, вот же даже отметка, что один ключ не найден, блин. Вот я, кстати, забыл про то, что ключи-то отмечаются тоже. Так, он хомячит фрукты, да? Блин, тут никак карту, надо на карте меточку поставить нельзя. К сожалению, тут такого нету. Да. Так, ну пойдемте. Раз уж мы нашли себе такое веселье. Привет, ребята. Пошли. Злинчуху. Скорми. Кстати, вот здесь я... Да, вот выковырил еще одно сокровище с спиральным паром. Но это фигня все. Так, нам, собственно говоря, что надо? Нам сейчас нужны фрукты в большом количестве. Не-не-не, отвяжитесь, ребята. Блин. Сказал, иди отсюда. Проблемы? Пошел вон. Ох ты! Куда? Вот так. Кто здесь еще? Сдулся. Бывает. Так, нам нужна клубника, да? Клубника, клубника, клубника. Клубника у нас есть. Чего-чего? Клубника у нас присутствует.
Блин, как я мог забыть? Серьезно, я реально забыл, как ключи искать. Ну, то есть, что на карте есть эти отметки про ключи. Блин. Да уж, такие дела, блин. Бывает. Ну, кстати, прочитал одну забавную штуку. Сейчас надо будет тоже попробовать. Давайте сейчас мы ее, кстати, и попробуем. Прочитал там про одну веселую вещь. В частности, вот про этих ребят больших. Что оказывается... Кстати, кто-то так и не появился. Вредина, а. Оказывается, эти штучки... Теневая модная капсула, ну-ка давай. Вот. Короче, их можно как-то применять вот на этих слаймов. А, как ее? Стоп. Я ее применил, а... Минуточку. Окей. Снимаем модная капсула. Выстрели ими слаймов. А кто помнит, как ее получить? Я не помню. Все, выстрелив слаймов. Это не здесь. Часть в игрушки обязательно полезен. А где их брать-то? Теневая капсула. Выстрели ими в слаймов. Еще одна. Так, что-то я не допетриваю. А где брать-то эти капсулы? Чтобы ими стрелять. Или они там где-то выпадают? Дошло! Вон чё, ну-ка. Ну, поверни, мой модник. Ладно, вру, это весело. О, боже мой, ладно. Я соврал, это смешно. Так. Готовить. Ах ты ж, ядренка черешка, ну. Готовить. Изготовить. Изготовить. Ладно. Так, а их забирать-то можно? Или он все тут... А, все подбирается. Невидимые очки, блин. Ну-ка, исчезни. Блин. Так, я зачем пришел-то? Надо вспомнить. Так, я помню, я за клубничкой пришел, да, все нормально. О, блин. Клубничка, клубничка. Так, надо, чтобы... Хватит. Блин, тут стоит-то их некуда. Все занято. Блин. Да ну ладно, ну что, совсем что ли места нет ни одного? Блин, пипец. Так. Пижонская. А я-то думал, она одна вообще. В смысле? Что, значит, не ставят, что ли? А нет, вон.
Сверху как эти... Ну, на меня посмотри. Ну, нет, чё-то... Фигня какая-то, очки смешнее выглядят. А если... Королевская. Так, убрать. Поставить. Так, и... А, не то. Подобрать. Любопытное. Установить. Забрать. Т. Господа, посмотрите на меня, пожалуйста. Ладно, это смешно. О, какой официальный стал. Так, ну король на 101. Это вот этот вот золотистый наш. Да. Хо-хо-хо, какой. А, то есть только одну можно, да? Две сразу не получится. А ты у нас будешь умный. Да. Нет, что-то фигня. Нет. Ну, это уже откровенная фигня какая-то пошла. Ладно, немножко поугарали, но, как по мне, самые смешные это черные очки. Ладно, посмотрели на них в таком виде. Это весело, это забавно, не спорю. Но нам надо разобраться с ключом. Это ж надо, а? Просто забыть. По сути, я пропустил одного единственного этого Ларга Горда. По сути. То, что... Ну, я не знаю, может, конечно, еще где-то. Но я посмотрел список. Это реально единственный мной пропущенный. Остальных я всех находил. И этого-то я нашел. Вот в чем дело. Судя по всему. Потому что я... Блин, мне очень знакомо это место. Я, видимо, зашел, у меня не было. Я решил, что потом. И так и забыл благополучно. Про то, что это потом. Так, секунду, блин, кто там? Сейчас, минуточку. Ну, собственно, продолжаем. Так сказать. Вот то, что нам нужно. Ну. Кстати, вот мне интересно, а если бы... Этого товарища выбил... Что тут вроде ящик? Или мне показалось? Ладно, живите. Чё. Так, у нас есть один ключ. Пойдемте на остров. Пойдемте на остров. Давай, отстаньте. Они откусили от задницы Беатрикс несколько аппетитных кусочков. Эй, чё, опять у вас тут вары хулиганят? Ничему вас жизнь балбесов не учит. Так, ну что, пойдемте в этот таинственный телепорт. Узнаем, что там. После этого игру действительно можно считать законченной. Блин, неожиданные находки.
Так вот, погулял там, где давно не гулял, и выяснилось. Забыл одно, другое, третье. Четвертое, пятое, десятое, блин. Хм. Есть. Так, как нам повыше залезть? Отсюда? Да, наверное, отсюда проще будет. Телепорт, телепорт, телепортище. Есть. Есть. Почему я до него в прошлый раз не добрался? У меня не было... Нет, скорее всего, просто... Я, наверное, добрался. Хотя я мог прийти на этот остров еще до того, как у меня появился реактивный ранец. В общем-то. Так, нам же куда наверх надо, я уж не помню. Вполне может быть. А, вот это гениально. Сюда пришел без ничего. Это опасность нарисован. Так, кто? Я сюда вот так вот в легкую приперся. Ну и что тут? Чисто золотые. Опять. Ох, забью я свое хранилище золота. Десяток. Хорошо. Но здесь, кстати, не так сильно спрятали. Обратите внимание, что в остальных местах эти ключи были заныканы. Причем довольно качественные. А, ключи, говорю. Пиралочки вот эти вот внизу где-нибудь еще. Вода опять же. Ну, хоть торжественно они вылетают. Золотишко, золотишко. Но стрелять мне есть чем. Теми же золотыми плортами. Ай. Не, круто, что... так сказать, проблем. Ну, так, честно говоря, не шибко напряжен. То есть здесь он позаботился об охранниках, да? Иди отсюда. Кусаться он еще будет. Так, так, так. Ну, стопочку я собрал. Пойдемте домой, что? Сейчас надо это все... закинуть, так сказать. О, здрасте. Это прикольно. Ага, стандартный телепорт. Ясненько. Так, а что мы делаем? Двадцаточек сюда. Так, 80. Штук 50, наверное. Закинем в... Очки самые смешные, по-моему. Из всего этого набора. Так, сколько у меня тут золотых? Еще раз, сколько? 9, по-моему, да? 9. А что у нас нужно на золотые плорты?
Сейчас вот и не помню. Только, по-моему, всякие вот эти вот... Да, варп-хранилище. Опять вот все, декор. Золотая лампа. Че еще? Золотой плорт. В общем-то... Тут ничего вроде не надо. Так, сколько здесь еще раз? 9, да? Тридцать девять. 40. Ну так, полтинчик сделаем. Это, я думаю, более чем достаточно. Как по мне. Блин, они классно выглядят. Так, и сейчас... Сейчас надо набрать еды, чтобы накормить этих голодающих балбесов. Потому что ко мне не приставали. Хватит, я думаю. Более чем. Нет, очки самые смешные. Кто бы чего ни говорил, очки самые смешные. Так, ну-ка иди сюда. Так, у нас кончается вода. Это все в другой раз. Нам нужно добить золотую тему. Кстати, какого хрена я не сбросил недостающие золотые в Плорт Маркет? А черт его знает. Не сбросил, не сбросил. Какая разница. Все уже. Поздно. Поезд ушел. Знаете, даже хорошо, что я именно сейчас нашел эту тему. Ну, найди ее раньше, я бы просто по-глупому зарасходовал это все. Че, страшно? А нехрен было жрать, что не надо. То есть все. Да, хорошо на самом деле, что не нашел. Ну, скинул бы я все эти золотые в Плорт Маркет на радостях. И че? Ну, где вы там, голодные вечно? Вечно голодные. Идите сюда. Накормлю вас, балбесов. Эй! Вы где? Ага. Ой, тише. Ребят, вы где? Я вам еды принес. Здесь что ли все? Эй! Ну вот. Ты, блин! Я тут, дурак, о них побеспокоиться решил. Покушать им принести. Они тут, оказывается, временные создания. Ничего-то им тут не надо. Ты, елки-палки. Ну, тут зря, конечно. Ну, зачем так-то? Ну, то есть, с одной стороны, понятно, зачем, а с другой стороны, ну, елки-палки, я же, ну, реально, я же пожрать, покушать животинкам притаранил, как говорится. А тут и нет нифига. А животинок того. Угнали отсюда куда подальше. Эх, вот такие дела. Телепорт домой. А, они, может, сюда все поспрыгивали. Кстати, как вариант, да, их можно же было сюда всех выбрасывать в водичку. Как вариант. Ну что, все тогда? Теперь действительно все. Везде был, все сделал. Этих всех, как говорится. Включал. Портал случайный нашел. Вряд ли еще есть. Ключи у меня тоже все найдены. Все, ничего не путаю. Можно, конечно, еще разок пробежаться, поискать, но...
Но, откровенно говоря, уже не очень хочется. А кого я сейчас еще найду? Ну, может быть, еще один такой же портал с золотом. Но что там может быть такого, чего мы еще не видели? Да, вряд ли что-то вообще там может быть этакое. Разве что сейчас вот подождать, пока у меня горки вот эти... ...появятся, ларга. Я уже научусь, как неправильно называются. Давайте-ка немножко этих капсул налоем. Будто с очками все ходим. Бля, долго набирается. Блин, все хорошо с этими фазовыми лимонами. Я что-то обратил внимание, как это... Их практически никогда нет. Серьезно. Как не подойду, их нет. Он как-то их очень быстро тут разоряет. Так, этих заправили. Золотые плорты сейчас немножко в копилочке покидаем. Сплошные очкарики будут. Так, ничего, давайте устроим золотой дождик. Не тот, о котором вы подумали извращаться. Ну нет, ну издеваются что ли, а? 387. Просто тут даже продавать смысла нет. Я их вообще не продаю. Какого хрена цена так прыгает? Нет, тогда идите лесом. Не подумаю даже распродавать. Это будет мой личный золотой запас. Фиг вам. Тоже мне. За 300 их продавать. Ха! Сейчас. Я видел, как они 600, по-моему, стоили максимум. Вроде бы. Могу ошибаться, кстати. Но что-то в этом роде было. Так, давайте заправим всех водичкой. Все ж таки. Блин, к Матимайлз забыл сходить. Ай, ладно. К Огдену Отису. Я чувствую, давно уже все сгорают. Держите, получите, распишитесь и будьте счастливы. Нет, тебе. Будешь модный. Нет, тебе тоже будешь модный. На водяных интересно, как это смотрится. Так. Дал... А, нет. Как-то очень странно. Да, как-то... Как что-то не то. На них это не очень работает. Пойдем еще к Моте заскочим. Заправим. Переночуем. Посмотрим, всех ли ларгу удалось разыскать. Ларга гордо. Здоровых наших бегемотиков. Сели, они поймались. И распрощаемся с этой игрушкой. Видимо, до какого-нибудь следующего. Следующей части от нас будет когда-нибудь. Может быть. Может и не будет. Да, сто пудов не будет. Здесь так никто не поймался, да? Ня. Так, вода здесь есть. Все нормально, все работает. Ох, деревья, красота, зелень кругом. Лови. Я так понимаю, на огненных эта фигня также не будет смотреться, да? Да, что-то как-то
Не продумано здесь. Не продуман этот момент откровенно. Ну, пошли еще к этому. Сбегаем в лабораторию к товарищу к нашему. Раз всех бегаю, заправляю. Ну, кстати, обратите внимание, что дроиды, по сути, не решают все-таки проблему вот этого вот заполнения. Все равно. То есть, по большому счету, ты точно так же бегаешь и заполняешь их водой. Да, возможно, это немножко быстрее, чем если бы ты сам все это делал. Ну, блин, не знаю. Так это тоже... Тоже, знаете, вопрос такой. Ну-ка, не спать. Держи. И вам тоже пару очков подсуну. Гасси, он же закрутился от счастья. Нет, очки самые смешные. Кто бы что ни говорил. Все, пойдемте спать. Поспим, посмотрим, попались ли нам эти наши ловушки кто-нибудь. Ну, то по очкам теперь можно нашего невидимку найти. Нашего бегемотика. Так, посмотрим, попался ли кто-нибудь. Так, стоп. Кстати, да, забыл совсем. Что у нас тут? Сегодня у нас авангард. Пусть будет авангард. И вакуумная разница. Ну, ничего так. Бэнки. Так, и, собственно, проверка. Попались ли там наши новые бегемотики? Если да, то здорово. Сидит морда. Вот тебе очки. Все такие модные. Сидят в очечках. Так, ассет квантовый тоже там появился все-таки. Ну да, как-то нужно время. Это реально смешно. Ладно. Вот на этой вот положительной ноте, действительно положительной, по-другому не скажешь. В общем-то, заканчивается моя игра Slime Rancher. Что-то делать больше тут откровенно. Ну, как я уже говорил, делать я тут особо что не вижу. Так сказать, наше знакомство с Беатрикс Либо подходит к концу. Вот, в общем-то, и все. DLC я смотрел, DLC мне не понравилось. Там просто банально эти шкурки для слаймов. Ну, блин, не знаю, что-то как-то уже не то. Не вижу особо в этом смысла. Следующая игруля будет еще одна такая не слишком большая. Это Сибирь за номером один. Вот, а Neverwinter Nights, соответственно, я уже после Сибири буду делать. Ну, а пока что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, делитесь этим видео в соцсетях, друзья, мне рассказывайте. Если подписались на канал, то обязательно прожимайте колокольчик, это очень важно. Ссылка на плейлист, на поддержку канала, на группу ВКонтакте, как обычно, в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока и до встречи уже в следующей игре. А тут все. Эх, финиш.